Привет Квентину Тарантино от злого режиссера. Сегодня разворачивается очень интересный сюжет. На днях Магали сказала, что она собирается совершить сделку, поскольку душа у нее рвется, стремится к искусству и к прекрасному. Она запланировала поменять на сколько? Трех куриц на кое-что прекрасное. Вот мы позавтракали, вот в эту коробку мы сейчас будем упаковывать трех живых куриц. И поедем куда-то, чтобы на что-то их поменять. Оставайтесь с нами, вы узнаете, на что мы сможем поменять трех куриц во Франции. Семья выходит на улицу и решает, кто на какой машине поедет куда. Так, мы пришли на охоту на куриц. Тимми уже охотится на морских свинок. Вон они как носятся. Морской свин. Тео заходит в логово хищников. Курочки чуют опасность. Тео прогоняет собак, потому что они пугают кур. А? Да, да. А петух защищает. Одна пошла. Тимми, file de là. File de là. Ты шел là? File. Кроль такой большой. Может, надо хелпануть, Вов? Maybe you need help? Тео? Maybe you need help? Help? Вторая. And the last one. Нильс идет на подкрепление. Оп! Цепкие руки мальчонки ухватили таки курочку. Два пуль. А, кат? А, ставки поднимаются. Ставки поднимаются. То есть что-то такое очень дорогое будет выменивать Магали, потому что вместо трех куриц мы везем четыре. Четыре курицы. А? Три курицы и петуха. Петуха с яйцами. И куриц с яйцами. Владимир Кентейк. Это хорошая сделка. Теперь у Вовы есть кукарекающий ящик. Рокки Бальбоа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, мне очень интересно, что же мы выменим на 4 курицы. 3 курицы и петуха. Это серьезная сделка. Неужели биткоины? Я слышал, что сейчас курс биткоина стремительно падает. Поэтому можно выменить много биткоинов на 4 куриц. Возможно сейчас такое? Биткоин даже курицы не стоит. Биткоин сейчас не стоит даже курицы. Посмотрите на счастливую Магали. Она знает, что это хорошая сделка.
ко-ко-ко-ко. Ой, ко-ко-ко-ко. Никаких там. Нас берут, чтобы сделка прошла гладко. И мы прицепляем прицеп. Bonjour, Michel. Bonjour. J'avais oublié les poules, Michel. Bonjour. Vladimir. Vladimir. Voilà, il peut pas venir avec. Поедем с прицепом. Это ж какая-то серьезная сделка. Может быть, корова? Может, даже две коровы. В этот прицеп поместятся две коровы. О, ребята, а помните, я помогал Мишелю отверстие сверлить в предыдущих сериях? Вот он уже часть забора выстроил. Вот как там будет. А может быть, это уже и все. Но, наверное, еще там досочка другая и уже готово. Рассказываю, как помогал Мишелю сверлить отверстия вот под эти столбы. А-а-а. Ты серии не смотрел наши? Посмотри, интересно. О, может, мы еще одну лошадь выменим, кстати. Может такое быть? Мадам. Ну, c'est les poules, Michel. Чувствую, грядет гроза. Мы разозлили его. Богов? Good sky. No. No? I like. It's not good news. Так, чтобы вы понимали, куда мы едем. Нам ехать 45 минут. То есть вот примерно со скоростью 60 мы едем. 68. Прикиньте расстояние. Стефани va pleurer. Это, похоже, очень серьезная сделка. Смотрите, какая задача на мадам Магали. Алло? Может быть, двух коров, может быть, даже арабского скакуна на трех редких кур. Пардон, я сказал неправильно. Три редких курицы и петух. Очень серьезная сделка. Выехали на трассу побольше. Помните, мы с сынком играли в GeoGuessr и пытались угадать местность? Ух ты, какой это дом на колесах, что ли, такой красивый. Так, это заправочная станция. Автосалон Рено. И Дася. Дася. Рено. Говорится Рено. Дася. Je viens de te croiser en fait. McDonald's. Ouais. Salut. Lidl. Oh, Lidl. Je sais pas pourquoi il attend pas. Это большая франшиза тоже. Есть информация. Сынок спрашивал у Магали, сколько стоит курица. Она сказала, что одна курица стоит 25 евро. То есть у нас 4, значит 100 евро. У беленький суперкар какой-то там сзади, Ford Mustang. 100 евро. Что же это может быть за 100 евро? Ну вот и дождь пошел. А мы едем. Je sais pas, Michel, je suis jamais venu, mais... Ouais, mais ça fait rien. Non, c'est là, Michel, pourquoi tu pars là-bas? Mais c'est pas grave, tu vas faire maintenant que t'es engagé là, fais le tour, mais c'est de l'autre côté. Derrière nous? Ah non, c'est derrière. Ça passe dans le drive, mais ça s'arrête pas au drive. C'est où, la regarde?
Магали говорит, надо купить пластик, потому что дождь идет. Видимо, мы повезем что-то, что надо будет укрыть. Вот в этот магазин. Сегодня утром вдруг, после месяца знакомства, Стефан сказал, что у них рыси водятся в округе. Рыси. А я говорю, ничего, что ты это, долго так нам не говорил-то об этом. Он говорит, ничего страшного, у нас собаки, а они собак боятся. Почем дровишки? 50 кубических дециметров, 17,40. Окей. Малышки по 4,50. Камин. Комнату. Такой можно ставить. 1588 евро. Не знаю, сколько в России стоит, но я бы на месте брата такой поставил бы в домик. Купили 45 квадратных метров пленки. А учитывая то, что мы едем по той дороге, по которой ездим в лицей, может, мы едем в автосалон Lotus, чтобы поменять Lotus на 4 куриц? Похоже на план? Приехали в какой-то городок. Не знаю, дальше нам. В принципе, мы до лицея едем час 15, час 20. Сейчас на знаках прочитал, что мы в сторону Гренобля едем. То есть это на юг получается. А в лицей мы ездим сначала на юг, потом на юг. Даже не так, сначала сразу на юго-восток, а потом на восток. Поэтому мы чуть-чуть по той дороге проехали, а потом повернули на Гренобль, это на юг. Première à droite. Ensuite, première à gauche, il m'avait dit. Attends. Là. Ça c'est une impasse, donc c'est pas la file. C'est là le chemin du moulin ? Ouais. Ah ben c'est là alors. C'est là le chemin du moulin ? Ouais. Vous voyez quel numéro ? Je sais pas, il m'a pas dit, je vais l'appeler. 42 ? Je vais l'appeler. Bon, il y a le 30 là. Je pense qu'il faut avancer un peu. On est 30. Je crois qu'il m'a dit 300 mètres ou quelque chose comme ça quand on est dans le chemin du moulin. Alors attends, je retrouve Monsieur Piano, j'ai marqué. 45. Au niveau du 45. C'est Magali. Alors, on est chemin du moulin au numéro 45. C'est là. On arrive à tout de suite. Hein, c'est sans issue. C'est là où il y a la guitare, ouais, Michel. Je descends là ou oui, là où il y a la guitare, oui, en bas. Je sais pas, moi. Oula, où c'est qu'il va arriver. On va arriver dans la ça. La femme serait là, c'est y aller mort. C'est mort. Qu'est-ce que c'est? Bah ouais, c'est trop isolé, c'est trop loin. C'est trop beau, c'est pas moche. Oui, on est passé avec Stéphane un jour ici. Ah, c'est là la guitare ? Ouais. Pourquoi ça frotte dessous ? Je sais pas, il y a certainement un caoutchouc de fond de machin qui est, bah, qui est barré. Ouais, je pense que tu peux rester garé là, on va voir comment on fait. Ouais, d'accord. Ouais. Ah bah, c'est pas gagné, hein ? Non, c'est pas gagné du tout. Те, кто очень любят котиков, строят для котиков мостики.
здесь сейчас будет происходить сделка века. Кнопка и открывай. Только надо, чтобы полиция не увидела. Кура торговля? Кура торговля. Ils sont calmes. C'est des nègres soies, les deux grises là. Enfin, celle-là une nègre soie, elle, elle est née à la maison. Donc, elle était mélangée nègre soie et elle, je crois que ça s'appelle une cochon. Ouais, ça me dit quelque chose, cochon. Elle a des grises, ouais. Elle est comme ça. Okay. Le mieux, c'est comme vous dites, c'est mettre pas loin. Pas loin qu'elle se voit, parce que même un grillage juste au milieu, c'est qu'elle se voit et qu'elle se touche, qu'elle se sent. Et après, dans une semaine, faut tenter de les mettre, de voir comment ça arrive. Moulin, guitare. Moulin, guitare. Je pense que la petite cochon, la petite grise, on l'avait vue chez Botanique, les bassins d'Avèche. Autant que je suis dans la musique, c'est parce étonnant. Que votre fille, elle m'a dit, on l'a dans la famille depuis longtemps et tout, du coup, ça m'a... Non, vous allez faire plaisir. Ouais, il n'y a que ça, il n'y a que ça, des photos à faire. Ici. Pas des moments vraiment que pour le show d'un peu le soir, mais on a un petit poil à bois quand même. Ouais, bien. Puis ça reste longtemps, la chaleur du bois. Вот эту штуку сейчас пианино мы забираем, в общем. Сейчас бубны еще покажу. И забираем пианино как-то. Ils sont contents. Et ça, c'est une petite dame qui porte son bébé. Ouais. Voilà. Wow. Ah oui, mon instrument. Это Магали сделала подарочек. Present from Magali. Птичка. И вот так поколыхал. И запорхала птичка. Yes. В общем, закорячили мы пианино в прицеп. Сейчас будем его фиксировать и укрывать. Я согласен. Это похоже старинное колесо. Деревянное со спицами и металлической кольцовкой. Вон оно. С этой стороны фанера какая-то на саморезах. Может, это старая технология была адаптирована под какие-то задачи. О, скворечник в виде гитары. Идейки для тех, кто делает скворечники. Мишель фиксирует пианино. А счастливый обладатель новых курочек беседует с Магали. Сынок, а ты в курсе, что мама только из-за тебя смотрит? Moi j'ai une belle sœur. Elle me dit depuis que je te connais, je suis métamorphosée. Je lui dis, mais. Видал, как капитан примотал? Оно теперь упадет только вместе с прицепом. Да. Comment c'est pas quand les enfants sont tout petits, c'est ou pas? Ouais, pour ça, cette année j'ai essayé. Ben, toi, déjà, je veux pas celui d'ouvrir. Alors, cette année, j'ai fait une grosse campagne hein, pour bien motiver tout le monde. C'est bien, ouais, c'est un peu très mal. Bah ouais, mais... maximum quoi. Ça fait là-dessus. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'en ai un de mes fils, le deuxième là, Bathéo, leur fils.
qui est bien là-dedans et tout, mais ça me donne ça. Là, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a même pas de plastique ici, pratiquement. En déco, j'ai aucune plastique. Moi, si je pouvais même pas avoir de voiture et un site sans voiture, je ne sais pas comme ça apaise. Ça apaise énormément. Ouais, moi, j'ai travaillé à Vorias quand j'étais jeune. Et là-haut, il n'y a pas de voiture, on se gare en bas, là, à Vorias. Mais on ne se rend pas compte. Hein. Il n'y avait que les traîneaux. Parce que là, quand tu vois une voiture, ça te rappelle la ville, ça te rappelle... Hein ? S'il n'y a plus de voiture, tu oublies, en fait. On repart dans une vie nature. Oui, ah. Qui rentre chez eux, comment c'est même. Thank you. Ok. Ça, on a ici, tous, ok. Merci. Ah, ils sont repartis pour promener dans les supermarchés. Hein. Moi, j'ai des voisins qui sont grimeurs à côté. Et je suis allée marcher d'un coup de main vers les panneaux. Il y a eu un mardi, elle a vendu 90 panneaux. Elle en vend 8. Сдается мне, мы прицеп зафиксировали. С чем? Сам с собой. Переднюю стенку прицепа и заднюю. Ну да. Скажем? Каждый мужчина, берущий на себя ответственность за что-то, несет эту ответственность. И не нужно ему мешать, потому что он все равно ничего не услышит и сделает, как он хочет. Alors, vous pouvez regarder sa chaîne, vous comprenez. Ça s'appelle Tête au Fils. Sur YouTube. Je fais la pub pour toi. Publicité. Ну что, вроде надежно. Сейчас еще стенку со стенкой зафиксировали, да? Для меня в таких ситуациях, когда какие-то тяжелые физические работы на улице или какая-то активность, главное не вспотеть. Потому что Bear Grylls учил, на холоде главное не вспотеть. А дедушка говорил, ешь потей, работай мерзни. Поэтому мы поели, манипулируя этими двумя правилами, можно выжить. Ну вот эта фиксация тебя успокоила? Да, вот это важная фиксация. Ну в натуре, вот теперь, ну никуда. Мне аж страшно вот на этот. Все, ну теперь... Все, железно, вместе с грунтом теперь шевелится. Вот, укрыли клееночкой и сейчас скотчиком мотнем, и все будет работать. Мне кажется, нужно заплатить еще сверху за курицу, за то, что мы просто увезли это отсюда. Да? Ну. Il a toutes ses dents d'origine. Ouais, ah, et on en oh, merde. Oh, ouais. Il a toutes ses dents. Ah, on va coller là-haut, là. On va coller tout ça, là. Et là. Voilà, un petit peu, c'est juste pour que l'on le voit. Et après, je vais remercier. Je vais remercier. Подожди. Так, подожди, подожди. Et en vidéo, il faudra regarder la percussion là. Вот так зовут исполнителя. Rave, rave. 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 Якобы, якобы это сын. Rave. Сын людей. Ouais. Сын людей, у которых мы забираем пианино. Супер гуд. Le bois, c'est une belle matière. Ah oui.
Avant. Le frein, ça se move. Ah, voilà. Tout ça, understand. Et puis quand on le tourne, ah, t'es snatch ou quand on t'as l'impression qu'on fait cuire un pain. Un pain. Ça sent une odeur de pain cuit, c'est vraiment. Ah, ouais, ça dégage beaucoup de parfum, les arbres. Alors, rave. Very bad internet here. Tu veux prendre le mien? Rave. Пока там они выясняют, что происходит, интернет херовый, мы забираем пианино в обмен на трех куриц и петуха у семьи, чей сын какой-то крутой битбоксер. Если не забуду, ссылочку в описании оставлю, а так на гугле подпишусь. Алем, битбокс, рейв, раве, дефис, алем. Погуглите. Какой-то крутой чувак. Раваст. Это же жернова старой водяной мельницы. Выпишите, вы двигали вам выпишите. Какая раковка. Сынок. Вот там еще жернов один от мельницы. А тут, видимо, была эта мельница где-то. Животинка пасется. Романтично. Романтично. Ручеек. Место очаг, чтобы мяско жарить. Выбираем дерева для того, чтобы делать поделки Магали. Я могу взять одну. Снимай. Давайте мне-то одну. Вот сюда. Вот лежа. Что ты взмахиваешь-то? Ого, спасибо. Вот так одну деревинку взял и понесу в прицеп. Очень красиво. А вот мадам Магали, она говорит, я не принцесса. Мадам Магали, are you a princess? Yes. Je suis une princesse. Merci. C'est bon, à toi. Merci. Oh là là. Allez, il y a thé, il y a tout café, Michel. Là, je sors du café. Du café, moi. Mes copines qui ont des boutiques, des trucs. Ah, ah, oui. Vous voulez m'en acheter pour... Bah bon, là, c'est nos enfants. Grippe, non, on met ça pour que l'eau, elle soit filtrée. Ah, il y a un filtre, il y a un ouais. Filtre dedans. C'est le robinet, en fait. Ouais, c'est le robinet. Ils ont acheté ça. Je vais regarder. Voir le corner papier. Et encore là, c'est un peu moderne, mais je suis pas sûr. Pascal, il est toujours à l'ancienne comme ah ça. Là, mais... Avec les cafetières, ou alors les cafetières italiennes aussi, elles sont. Je voulais aller dans une cafetière italienne pour faire du mocha. Je savais pas, je croyais qu'on pouvait mettre que de l'eau dans les cafetières italiennes. Mais voilà. J'ai été surprise l'autre jour de voir ça. Mmh. On met de l'eau chaude, mais c'est quand même meilleur avec. Je trouve que ça filtre. Ben, quand on. Café à la chaussette, ça coule tout de suite. Это мыло. It's the first time I don't see it before. Interesting. You want some water?
Мне предложили какао, и я согласился. Не знаю, я положу 3. Надеюсь, это немного. И немало. Для желающих есть чай. French folklore. Center. Very beautiful. I like. Merci. Merci beaucoup. Очень красивая музыка. Посетила меня мысль, что это joyeux, quoi. Хороший саундтрек для хоррора, который мы пишем про французскую французская история хоррора. Passer du bon temps un peu. I have idea. Profiter de la vie. Ouais, puis on se fera un petit truc avec les enfants. Ouais, see you. Avec you. Thank you. Ouais, avec Maël. Уже успело стемнеть, пока мы ездили. Очень я впечатлен музыкой. Я попытался спросить, шотландская ли это волынка. Как мне объяснили, это французская. То есть в Франции тоже есть волынки. И мне вот это исполнение очень понравилось. Самобытно. А поскольку концепция хоррора, который мы пишем, он строится на самобытности, на самобытной культуре, мы, возможно, используем такую музыку, такое звучание. Очень интересно. Я взял электронную почту, отправлю ссылки на мои соцсети и YouTube каналы. И будем поддерживать связь. А может быть, получится какая-то синергия в творчестве. Интересно. Ну, а мы гоним с приобретением с новым старым пианино домой. Оставайтесь с нами. И я сыграю вам богемскую рапсодию на пианино. Вот мы смогли подъехать прямо так близко к гаражу. Сейчас, наверное, вот куда-то туда понесем. Смотрели, мотивируйте, когда пишете комментарии, когда репостите, когда создаете интерактив. Это очень круто. Спасибо, что делитесь. Я вижу, что число подписчиков медленно-медленно, но растет. Это круто. По-прежнему нас смотрят 80% без подписки. То есть, если бы люди, которые смотрят, еще и подписались,
Было бы очень круто. Мы бы быстрее набрали тысячу подписчиков и смогли бы перейти на монетизацию. Это бы позволило улучшить контент, потому что мы бы смогли себе технически позволить больше. Потому что я сейчас и снимаю, и монтирую на старенький китайский смартфон. Поэтому плохой свет, плохое... Ну, понимаете, да, что на зеркало-то пенять, коли рожа кривая. Вот. Ну, может, и с рожей бы что-то бы... На барбера бы, например, деньги были. Угу. А то так все сам, все сам. Спасибо за просмотр, за подписки. Это сердечко. Всем мир, Украине победы.